Доброго дня всім, шановні пані ДПНО. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас в цій залі та дивиться нас онлайн. Тема наступного брифінгу – дослідження в сфері тіньової економіки. Сьогодні наші спікери – Володимир Паніота, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, Абель Полес, старший науковий співробітник Інституту вирішення міжнародних конфліктів та реконструкції, Ольга Лиса, старший науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології. Просимо до слова. Добрий день. Спасибо за организацию. Мы хотели представить предварительные результаты нашего проекта, который называется Shadow, тень, который финансируется в рамковой программе Horizon 2020 и который ведет Dublin City University, ну, то есть Дублинский университет. С помощью Киевского института социологии мы проводили исследования, то есть вообще они проводили исследования, и мы координировали по всей Украине по поводу теневой экономики, как, то есть где самые слабые пункты, где самый высокий уровень теневой экономики, и мы хотели представить результаты. Теперь проект Shadow, он состоит из двух частей. То есть одна – это просто мы хотим измерить, мы хотим применять методологию, которая принята уже в Прибалтике для калькуляции вот этого, теневой экономики. Но мы хотим тоже, то есть тоже часть тренинга. То есть мы хотим, чтобы наши исследования тоже больше ознакомились с методологиями и со способами измерить и относиться к теневым экономикам. Поэтому сначала, то есть почему теневые экономики? Ну, теневые экономики, они очень, очень разные, и есть очень разные дефиниции. Потому что очень часто ассоциируется с коррупцией, с нелегальными, то есть с продажами или с производством нелегальных товаров, с контрабандом и с разными преступлениями. Тут теневые экономики, мы, то есть, поэтому, чтобы их понять, надо как-то их сначала определить. Надо знать, что мы можем изучать, что мы не можем изучать, что мы хотим изучать. И поэтому мы различаем в этом проекте теневую экономику от незаконных сделок и от коррупции. То есть они могут как-то пересекать друг друга. То есть могут быть какие-то, допустим, могут быть оплаты от какой-то фирмы какому-то человеку, который является и коррупцией, и теневой экономикой. Но теневая экономика, то есть для дефиниции теневой экономики мы используем ту же самую, то есть дефиницию, которую Арни Саук и Путнис используют для Прибалтики. То есть часть экономики, которая официально, которую можно измерить, есть часть экономики, которая может быть нелегальная, и есть то, что посередине. То есть она нелегальна, но нелегальна просто потому, что не декларируется, то есть часть экономики не декларируется, или то есть это как-то прямоужиточная транзакция, если хотите. То есть она не совсем нелегальна, но не совсем нелегальна. То есть мы не говорим о продаже наркотиков, мы не говорим о трафикинге, мы говорим о том, что фирмы, они могут не декларировать все, могут не декларировать работников, могут как-то уменьшать уровень доходов официально, который есть. То есть они вообще, по большому счету, они уменьшают облагающую прибыль, чтобы иногда платить меньше налогов, чтобы иметь меньше проблем с правительством, то есть с правительством, с органами, с проверяющими органами. И в этом проекте я считаю, то есть считаю, у нас было немного инновативная методология, не только методология, но отношения, они были как-то немного необычны в том, что да, нам надо измерить теневую экономику, чтобы знать, какие секторы экономики, они являются больше, то есть они больше рискуют или больше
прикладывать вот эту теневую экономику. Но и тоже, чтобы знать, что правительство, то есть какие секторы правительство должно сначала смотреть, чтобы исправить ситуацию в стране. Тоже дефиниция неформальной, то есть теневые или, как я их называю, неформальной экономики помогает в том, что если мы боремся со всем, то есть одновременно, получается, что мы не можем, то есть решения и меры, они могут быть неэффективными. То есть если мы просто боремся против коррупции, против преступности, против теневой экономики, все, то есть все в одном пакете, получается, меры могут быть менее эффективны, потому что они не прицелены. Зато теневая экономика, она может тоже рассматриваться как индикатор отношений между гражданами или бизнесменами и государством. То есть если один человек не платит налоги, это девиация. То есть можно считать, что они неправильно делают. Но когда большинство граждан или когда значительное количество граждан увлекается такими практиками, вопрос для меня или для нас будет, а они это делают, потому что они все плохие люди. То есть если 50% страны не платят или 50% страны не подчиняются какому-то закону, это потому что они плохие и просто, или просто потому что нет диалога, потому что нет доверия, потому что что-то не так, потому что некоторые процедуры очень сложные, потому что вообще, то есть цель правительства и цель граждан немного как-то отличаются и не могут как-то совпадать. И тут существует проблема там, то есть это проблем политики, то есть проблем политической меры, которые прицеливаются теневой экономикой. Поэтому измерение теневой экономики тоже позволяет понять, где надо более срочно принимать какие-то меры, и помогает тоже, это тоже регулировать экономику. Потому что одно – это просто наказывать все, которые увлекаются теневой экономикой, и потом все реконструировать. А другое – это когда ты просто привлекаешь предпринимателей, то есть как-то ты их вытаскиваешь из теневой экономики. То есть у нас было уже несколько проектов, по которым мы искали способы убеждать или как-то подбадривать предпринимателей меньше оставаться в тени и больше как-то идти в формальную зону. Но это значит, что они должны тоже увидеть какую-то выгоду в этом. Они не могут просто, мы не можем, то есть могут быть, должно быть не только это наказание для тех, кто не подчиняется, а может быть надо еще надо как-то подбадривать или упрощать какую-то процедуру. Для измерения теневой экономики мы используем методологию Путнисис и Саука, которая была использована уже с 2010 года в Прибалтике. То есть профессор Саука, он профессор в Stockholm School of Economics в Риге. И он начал измерить теневую экономику в Прибалтике сначала в Латвии, где он работает. И потом его опрос расширялся по всем Прибалтике. И уже каждый год он проводит тот же самый опрос. И ставка нашего проекта была то, что мы попробовали применять такую же методологию в разных постсоветских странах. Конечно, каждая страна имеет свои особенности. Поэтому не факт, что то, что сработало в Латвии, то, что сработало в Эстонии, будет работать то есть в Украине или в Грузии, где еще были, или в Кыргызстане. Но мы хотели просто попробовать и смотреть, если какие-то значительные результаты получаются. И тут по поводу опроса, то есть технического, может я передам слово директора КМИСа, понятно, который больше может рассказывать по поводу, то есть как наша общая методология применялась в нашем случае в Украине. Опрос проводился 800
предприятий методом телефонного опроса, и опрашивались люди, которые хорошо информированы о этом бизнесе. Наше исследование репрезентирует все компании Украины, всех типов, как большие, средние, так малые и микрокомпании. Выборка была стратифицированная, то есть каждый из типов компаний опрашивался пропорционально численности среди населения. Кроме того, была стратификация также по регионам. Всего было вот 5 регионов. И Запад, Юг, Восток, Центр с севером и Киев. Опрашивались методом телефонного опроса с помощью компьютеров, Computer Assisted Telephone Interview. И, в общем-то, все регионы и сектора экономики. Мы проводили опрос с марта по май, и дальше вот много времени занял анализ, взвешивание, которым занималась Ольга Лысая, подготовка отчетов, и исследования проводятся также и в других странах. Поэтому только вот с некоторым такой проводится позже презентация результатов. Спасибо. И как, то есть результатов много, и они довольно интересны. Может быть, Оля комментирует немного? Ну, 2 минуты. Да. Первое, как бы основная задача, это была все-таки измерить уровень теневой экономики в Украине. И за методологией, которую нам предложили партнеры из Прибалтики, мы ее применили, и вот мы получили, что уровень теневой экономики в Украине в 2017 году составил 46,8%. Но с 2017 по 2018 он немножко вырос и сейчас составил 47,2%. Если сравнивать эти данные с теми, что публикует Министерство социальной политики, то мы, конечно, намного выше оценили уровень теневой экономики. Но, с другой стороны, если брать оценки, которые делают независимые эксперты, такие как Шнейдер, то наши оценки очень-очень близки к тем, которые публикуют международные компании и организации. Также, если посмотреть, что уровень теневой экономики в Украине, он не очень сильно варьируется по регионам, почти что он везде на одном уровне, то есть от 44 до 50%. Если рассматривать по секторам экономики, как говорил Абель, то есть это один из плюсов этого подхода, то есть мы можем оценивать уровень по секторам экономики, то наиболее, скажем так, тенизированные сектора экономики у нас... Один назад. Это... О, Боже. Это розничная торговля и строительство. Причем здесь уровень теневой экономики был больше 50%. Основными компонентами
соответственно, к этой методологии, которые входят при формировании самого показателя индекса теневой экономики, являются характеристики, которые показывают, насколько люди укрываются от налогов, а именно, насколько они недорегистрируют свои доходы от бизнеса, насколько они недорегистрируют, скрывают реальное количество работников, которые работают у них на фирме, и также насколько предприниматели не показывают до конца уровень зарплаты, который они выплачивают своим сотрудникам. И если посмотреть на эти компоненты, то наиболее значимым в формировании теневой экономики получился компонент, который отвечает за выплату неофициальной зарплаты, то есть зарплаты в конвертах. Он достаточно высокий, составляет больше половины в общем в этом показателе. Также, несмотря на то, что все-таки высокий уровень не скрывания доходов, но люди все-таки говорят о том, что они боятся быть пойманными за то, что они скрывают свои доходы и за взяточничество. Приблизительно и в то же время они очень пессимистически настроены на то, какие меры могут быть приняты государством против их нелегальной теневой деятельности. А именно, что порядка 72% людей считают, что меры, которые могут быть приняты в наказании им за недорегистрирование своих доходов, зарплаты и количества сотрудников, могут быть достаточно существенными и могут повлиять на ведение бизнеса и на работу их компании. Причем даже четверть людей указали, что эти меры могут привести даже к закрытию самой компании, самого бизнеса. И последнее. Да. Как выводы, ну, конечно, у нас нет окончательных выводов, и, конечно, нет окончательных советов, как дальше действовать, но мне кажется, что кроме того, что да, знаем, видим, что теневая экономика занимает очень значительную часть в жизни и в бизнесе страны, тут есть два нюанса. То есть первое, то что теневая, то есть индекс и измерения теневой экономики не всегда измеряет все. То есть у нас как раз была такая маленькая история. То есть были в команде есть и экономисты, и социологи. И экономисты, и социологи в одном моменте, не говорю про КМИС, но это просто по всему региону, они не могли согласоваться на некоторые пункты. Почему? Потому что экономисты смотрят с точки зрения, да, если мы можем измерять, это все нормально, то есть все, что можно измерить, мы можем понимать. А социологи говорят, да, но есть тоже, допустим, не монетарные транзакции, это не валютные транзакции, есть долгосрочные транзакции. То есть если два человека, они состоят в бизнесе уже немного лет, или, допустим, в Грузии, как называется, биржа, они друзья из детства. То есть если они обменяются услугами, которые не валютными, то есть это нельзя поймать, то есть нельзя это простым опросом понять. Надо просто понимать специфику страны. Поэтому это для меня это начальный, то есть пункт, с которого начинать, чтобы лучше понять структуру страны и лучше понять структуру бизнеса в стране. Но
факт, что очень многие предприниматели боятся, и они очень, то есть они боятся, но все равно это делают, значит, что есть откат, есть возможность предложить какие-то меры, которые могут им помочь регуляризировать свою позицию. Потому что если они так боятся, скорее всего, если предлагают что-то удобное, которое, с которым они могут жить, и будут возможности регуляризировать, формализировать бизнес. И это для меня имеет большое значение в рамках то есть, то, что называется public policy, то есть то, что управление страной, то есть как можно улучшить способ управления страной, можно через, то есть понимая мотивы, понимая, почему есть такая структура и почему люди все равно заходят в теневую экономику и как можно их пригласить. Они не обязательно наказать, но именно как можно их пригласить, как можно их вытащить из теневой экономики. Что-то выводы? К сожалению, мы вот только сегодня встретились, поэтому я хотел бы кое-что уточнить и задать те вопросы, которые у меня возникают в связи с использованием этих методик. Дело в том, что мы тут использовали балтийскую, прибалтийскую методику для опроса бизнесов. А наш институт еще там в 95-м году, в 96-м году предложил методику для изучения характеристик людей, которые вовлечены в теневую экономику. И, в общем-то, ну, кроме нас, ее еще использовал Найман из Франции. Состоит она в том, что для того, чтобы человек не боялся признаться в том, что он вовлечен в теневую экономику, мы просим его представить себе, то есть задумать человека, как бы метод загаданного знакомого, задумать человека, которого он очень хорошо знает, респондент, он или она. И мы говорим, что мы не будем спрашивать, кто это. Это может быть вы сами, могут быть члены вашей семьи, могут быть друзья или даже враги, не имея значения. И дальше мы спрашиваем про этого человека, какие-то его характеристики и то, включен или не включен он в теневую экономику, то есть, собственно, платит ли он налоги со всех своих доходов. Вот эта методика, которая в Прибалтике, немножко похожа. Мне вот интересно, почему нашу методику не использовали, а выбрали прибалтийскую? Ну, я вижу две причины или даже три причины. То есть есть технические, а есть просто случайности. То есть технически это в том, что проект подавался, то есть для финансирования в рамке что называется экономического панеля. То есть и чтобы это дело я давал, то есть я предложил Арнису, который, с которым я работаю, как-то написать методологическую часть. И поскольку он экономист, не как я, а настоящий экономист, он предложил, конечно, свою методику, чтобы сравнивать. И он начал уже измерить теневую экономику тоже опрос проводился тоже, по-моему, в Румынии, в Молдавии, и он старался расширять. Конечно, он заинтересован сравнивать свои результаты с другими результатами. Потом есть то, что вашу методику, то есть у меня есть, я думаю, что можно было использовать, то есть мы хотели просто искать, и, конечно, нету подтвержденного метода, чтобы измерить теневую экономику. То есть есть разные попытки. Есть Шнайдер, есть, конечно, ваши. Я хотел просто побольше иметь данные,
чтобы сравнивать, как получается с вашими вопросами, как получается с Арнесами, как получается с Шнайдером. И у меня уже было не по теневой экономике, но мы заказали у вас опрос 2 года назад или 3 года назад по знакомству. То есть это было больше, и это была ваша методика, то есть тогда мы использовали вашу методику, и это было более такое социологическое, чем экономическое, потому что мы смотрели не именно по деньгам, а как знакомство, как помогает решать некоторые жизненные вопросы, которые могут не решиться просто так. И поскольку это важно, и связывали тоже с тем, насколько люди верят, что государство как-то заботится о них или не заботится. И смотри, как это получилось, что для меня очень интересно, мы до сих пор работаем с этими данными, получилось, что тем больше, или мне, мой вывод был, что тем меньше люди доверяют государству, тем больше они стараются помочь друг другу. То есть был очень высокий уровень взаимной помощи, и они как-то ассоциировались с низким уровнем доверия в государство. Тогда, может быть, там, я считаю, просто есть две разные структуры. Есть структура, есть формальная структура государства, в которой, да, можно стараться так-то попасть, то есть, и есть тоже, если я не могу, как могу тогда решать свои проблемы, если так сложно это делать через государство. И эта проблема не касается только Украины. Я до сих пор помню, я был на одной конференции криминологии в Неаполе, и они говорили, ну, надо избавиться от мафии. Но если, допустим, человек, который ищет работу, не может найти работу, и государство не помогает, и он подойдет к своему соседу, который мафиози, и он помогает. Для него свой сосед важнее, чем государство. Поэтому иногда по телевидению мы смотрим, когда арестовали, задержали какого-то преступника, весь район вышел и начал кидать камнями милиции. Мы, боже, они не цивилизованы, они преступники. Для них благо, то есть больше благополучия, более благо держать того человека в районе, который вроде бы управляет всем, чем отдаваться государству, которое не... То есть я вижу, что я, наверное, далеко пошел от вашего вопроса, но я хотел просто еще раз утвердить, что мне кажется, что есть большое... То есть это не только экономический вопрос, а я соглашаюсь с вами, что есть очень много социологического, и поэтому с вами мы работаем. Ну, как-то по кругу я хотел, но... Я бы хотел добавить еще, что действительно вот получается, что у нас половина экономики находится в тени, и если государство решит вопрос и хотя бы выведет половину теневой экономики, 25%, то она получит больше, чем займы там в Всемирного банка и так далее. То есть это очень эффективно. В начале 2000-х годов некоторые экономисты, вот Теодор Шанин, например, предлагали считать, то есть построить так систему налогов, чтобы некоторые виды теневой экономики не облагались налогом вообще, потому что в это время у нас был самый высокий уровень бедности в Украине. И часть из этих видов необлагаемых налогом работ были просто механизмами выживания, а не теневой экономикой. То есть люди, вот мелкие очень заработки, которые, в общем-то, не имело смысла облагать налогом. Поэтому, конечно, результаты, по-моему, показывают, что это одна из ну, крайне важных аспектов экономики, не только экономики, и социальной жизни, и что тут можно сделать намного больше, чем какими-то другими способами. Шановні гості, якщо маєте запитання до спікерів, прохання піднімати руки, представлятися. Ну? Якщо запитань немає, то ми всім дякуємо за увагу. Будемо завершувати. Спасибо.